Всем привет, с вами Многогранник. Давно хотел себе купить набор Nexonite Каменный Великан. Наконец-то я его купил. На тему этого набора снято достаточно много уже видео. Но я считаю, чем больше видео того или иного набора, тем внимательнее можно рассмотреть набор. Ну и определиться для себя, стоит его приобретать в коллекцию или нет. Ну и сейчас я его буду собирать, и, может быть, вы заметите чего-нибудь то, чего не было в других видео, так сказать, рассмотрев его более внимательнее. Ну что, поехали? Итак, набор достаточно большой. Ну и давайте рассмотрим, что внутри этой коробки, этого набора. Ну, первое, что мне пришло, это вот крылья. Они сделаны из какого-то такого утолщенного целлофана, что ли, или пластик. Ну, даже, наверное, не пластик, целлофан какой-то. Потом прилагается вот такая вот большая вот инструкция. Вот. Ну и пошли пакеты. Соответственно, один, два, три, четыре и пять. Ну вот это все содержимое коробки этого набора. Ну что ж, наконец-то я собрал этого каменного великана. Ну а сейчас давайте обо всем и по порядку.
Вот человечки из набора. Месси, Каменный Клей, Джестра и Генерал Гарк. Это что касательно человечков. Также есть Брикстер и два Болдрона. Вот они. Генерал Гарк. У него сзади такие крылья. Сам он черного цвета. У него одно лицо. В принципе, фигурка неплохая. Джестра. Джестра в этом наборе мне очень понравился. Единственный минус, ну я не знаю даже, с чем связан этот косяк, я не могу снять ему шляпу. Вот этот вот его колпак. Она снимается вместе с головой. Очень слабо вот здесь вот как-то сделано. И то есть вот мне не нравится то, что голова так неплотно прилегает. Вот, а так сам по себе он мне нравится. И вот такая вот у него обратная сторона лица. Что касательно рыцарей Месси, ну она стандартная. Два лица у нее. Вот, ничего такого особенного у нее нету. Но вот больше всего в этом наборе мне понравилась фигурка Каменного Клея. По-моему, очень прикольно она выполнена. Такого непонятно серо-синего цвета. Вот это обратная его сторона. Вот, хорошенькая такая фигурка. Ну, также есть вот Брикстер. И два Болдрона. Ну, тут больше так. Чисто вот эти вот гладкие детали с рисунками. Ничего у них такого особенного нету. Что касательно ихнего оружия, у Джестра вот такой вот посох. У генерала Гарга вот такой вот, я даже не знаю, что это такой, двойной меч. Молния. У Брикстера вот такой меч. У Месси вот такая вот у нее дубинка. И вот такой вот щит. С Некси силой. А что касательно Каменного Клея, очень прикольный у него меч. Вот такой вот он мне очень понравился. Ну, это вот крылья сзади ему цепляются. Хотя, не знаю зачем. И щит стандартный. С Некси силой с такой. Ну что ж, а теперь если рассматривать все с самого Каменного Колосса, то у него как есть и плюсы, так и минусы, ну на мой взгляд. Ну вот, например, ноги. Ноги у него, к сожалению, неподвижны. То есть все, они зафиксированы и ничего с ними сделать нельзя. Но довольно-таки интересно сделано то, что вот здесь вот получается такая вот решетка. То есть можно вот открыть клетку и туда, допустим, рыцаря Месси. А получилось как бы у нас заперто в клетке. Вот она вот здесь вот в ноге. То есть вот это даже, ну, интересно. Ну, с моей точки зрения. Но вот минус то, что ноги, к сожалению, не двигаются. Вот. Что касательно рук, достаточно подвижные руки. Ну, вот эта рука. То есть, вот такая вот кисть у него большая. Крутим за колесико. И она уходит вперед-назад. Вперед-назад. Соответственно, вниз и вверх. Она двигается и влево-вправо. То есть, подвижные руки – это плюс. Вторая рука у него также, она ездит вперед-назад, но только вместо кисти у него здесь вот эта вот шестиствольная пушка. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Что касательно челюсти, она двигается. А двигается за счет чего? Сейчас я покажу. Вот здесь вот, кстати, вот удобно очень, что еще ручка есть у него.
И вот здесь вот такой вот механизм придумали. Вот так вот делаешь. Двигаются и крылья, и челюсть. Вот, сейчас покажу. Так, наверное, повиднее будет. Вот таким вот образом. И, кстати, в его челюсти спокойно помещается человечек. Такая вот огромная у него пасть. Сами для человечка. Вот. А вот сами крылья выполнены из какого-то такого материала. Я даже не пойму, что это за материал. Но слишком он какой-то мягкий. Может, так, может, такой и нужен. Вот. Что касается нас... А, да, еще не сказал. Вот здесь вот какой-то ящичек в углублении. Наверное, для там каких-нибудь драгоценностей или еще для чего-то. Не знаю, для чего он здесь нужен. Вот. Ченинский набор мне понравился. Но вот единственное, что очень много крупных деталей. А я на самом деле не очень люблю крупные детали. Люблю, чем деталей мелких больше, тем, соответственно, сборка интереснее. Ну и деталей больше. Вот. А так набор неплохой. Мне он понравился. Я нисколько не пожалел, что я его купил. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.